Привет, мои хорошие. Меня зовут Татьяна. Добро пожаловать на мой канал. Вы сегодня, наверное, спросите, что у меня с волосами. Вот так я встаю утром. Вот так они у меня все торчат, волнятся. И сегодня я хочу с вами сделать обзор на вот такой новый паровой выпрямитель от Home Club. Значит, увидела я его совершенно случайно в ленте. Написано, что цена у него 2400, но по скидке сейчас, которые проходят в ленте, он стоит 1000 рублей. Значит, написано, что равномерное распределение пара, бережное выпрямление, температура, что самое неважное, от 150 до 230. У меня много утюгов различных, профессиональных и непрофессиональных, и везде мне нужна температура, только при этой температуре выглаживаются мои волосы, это 230 градусов. Написано 3D расческа и бриллиантовый блеск волос. Вот сегодня мы с вами все это проверим и сделаем выводы. Значит, я уже достала ее из коробочки, чтобы вот так не шуршать. Значит, вот так она идет в коробочке, в пупырчатой пленочке. Две расцветки всего, розовая и голубая, в магазине была составлена. Посмотрите, вот так она сделана. Она довольно тяжелая, то есть это, наверное, какой-то качественный пластик. Посмотрите, какого красивого цвета, мне так нравится цвет. Нежно-сиреневая такая. Значит, вот здесь идет защитная такая лента. И вот так она, посмотрите, как выглядит. Вот такие. Они не гнутся совершенно. Я так понимаю, это пластик. И какое-то покрытие, наверное, керамическое или турмалиновое, не написано. Но я думаю, если было турмалиновое, они бы написали. И вот так она соприкасается, то есть плотно. Они доходят почти до конца, вот эти щетинки. Значит, почему я выбрала эту расческу? У других расчесок, которые сейчас выпускают паровых, то есть у них одна вот эта гладь. Ты накладываешь вот сюда, считай, волос, да, свои вот так, держишь эту прядь. И вот так прочесываешь. А зачем я плачу деньги за товар? Зачем мне нужно еще волосы держать, еще расческой, которая здесь пар? Я вот эту, когда увидела, была вообще рада. Думаю, если она работает, обязательно нужно взять еще, потому что это конкретно расческа. То есть это утюг-расческа. Не надо ничего держать. Вот захватил, вот и потянул. Зачем я буду еще что-то держать где-то? Я не за это хочу платить деньги, как говорится. И работать с аппаратом, который будет приносить удовольствие. Зачем мне это нужно? Так что сейчас мы его включим и посмотрим, как он работает. Я его еще не включала. Называется «Первое впечатление». Сейчас мы его включим. Значит, вот он включился. Off написано. Без пара мы будем работать. Я думаю, он без пара тоже работает, потому что тут пар отдельно нажимается. Длина шнура 2 метра, как бы хотелось бы 3, конечно, но 2. И что самое важное, он крутится шнур. То есть это очень важно. Ну, включим. Так, все равно off. Вот, значит, пошло. Пар у нас не горит. Нет, наверное, без пара он не работает, я так понимаю, потому что пар горит у нас. Давайте-ка выключим. Выключу сейчас и налью пар. Значит, пар наливается вот в это черное отверстие. Не знаю, может быть, он без пара и не работает. Значит, вот сюда наливается пар. Я вот боюсь просто пар наливать. Хотела не наливать, потому что мало ли здесь провода. Но она уже нагрелась, то есть они такие горячие уже. Значит, вот такая черненькая, там внутри, вот вы слышите, болтается, как бы это сказать, шнурок, и вот так он вытаскивается, и туда наливается водичка. Даже не знаешь. Вот черненькую я убираю, здесь такая маленькая дырочка, и сюда наливается водичка. Сейчас я пойду налью и к вам вернусь. Так, я вернулась, налила сюда воды. И советую, когда наливаете воды, очень трудно наливается вода.
очень хорошо протирайте, потому что там внутри все равно провода, как бы, и мало ли что, какое-то замыкание. Там включаем дубль 2. Значит, 190. 210 сделала, вот, смотрите, дисплей. Не видно. Но показывает 210 и пар. Показывает пар. Значит, они уже горячие. Пока подготовим пока свою волосню, так сказать. О-о-о! Вы слышите этот звук? Я не знаю, что это за звук. Это, ой, очень горячий. Обалдеть. Что самое удивительное, то есть горячие только вот эти, где пар. Наверное, он вот так идет, вот он идет пар. А вот это холодное, значит, мы будем на нее класть, на поверхность. Ну что ж, приступим к проверке. Значит, берем прядь. Я просто не знаю, какой толщины брать прядь. Да, вот так вот выглядит приспособление. Значит, палец я довольно-таки обожгла. Итак, пробуем. То есть... О, довольно-таки неплохо. Фыркает. Сейчас, секундочку. Так, я извиняюсь, я ходила за зеркалом, потому что мне не видно. Без зеркала. Пробуем еще разок. Значит, она довольно-таки, вы посмотрите, то есть он еще и подкручивает, посмотрите, и вот пар идет, звук прям испаряющийся пар, но я не знаю, сколько наливать, но вот это холодное, это очень важно, что она сама холодная. Значит, посмотрим дальше, пока мне все нравится, потому что... От утюга, утюг очень иссушает, и потом волосы вот так вот становятся торчком. А вот эту расческу я на нее возлагаю большие надежды. Потому что. Значит, сейчас посмотрим. Взяла прядь побольше. Значит, потолще. Сейчас посмотрим. Смотрите, она так без звук не издает. Но вот когда его вот так, значит, там испаряется пар, и она издает звук. Ничего держать не надо, расческа обычная. Вот, вот она подкручивает. Ой, ну, мне пока что очень все нравится. Я довольна. Единственное, ухо его не приложить. Посмотрите, с первого раза оно все закручивается. Просто отличная вещь для больного человека. Так, сейчас возьму прядь побольше. Посмотрим на пряди побольше, как она это делает. Меня вообще интересует челка, потому что с челкой у меня вечные проблемы. И если она хорошо сейчас разгладит челку, то это будет фаворит вообще из всех моих утюгов профессиональных. Значит, как она работает? Вы посмотрите, она реально дает блеск. Она не пересушивает, может быть, за счет пары. Я не знаю, как они там работают. О. На ощупь мягкие, не такие, как после утюга жесткие, потому что там в них нет воды. Очень мне нравится пока что эффект. Ну, слушайте, ну я в восторге. Ом, молодцы, радуйте нас. Сейчас я распрямлю вот этот клочок челочный, и потом, значит, челка это проблема, потому что ее надо взять по-другому. Чтобы она лежала, значит, вот так. Так. Еще разок. Слушайте, ну посмотрите. Это просто красота. Сейчас в зеркало я смотрю. То есть они блестят, они мягкие. Сейчас я тогда всю сделаю голову, чтобы видео не задерживать, и вернусь к вам уже
как сказать, с конечными впечатлениями, покажу, что получилось, получилась ли челка и, так сказать, результат налицо. Так что ждем. Привет, мои хорошие. Ну вот, посмотрите результат. Значит, конечно, никак после утюга. Что могу сказать? То есть челку, конечно, она так мне не положила, как утюг, не завернула. Ну, посмотрите, все разглажено, все, что должно быть разглажено, разглажено. Что должно быть завернуто, то есть, в принципе, все завернуто. Значит, подводим итоги. Челка у меня, конечно, пересушенная настолько, что ее даже никто не положит. Значит, плюсов больше, чем минусов. Поверхность нагревается вот это очень сильно. То есть... Вот тут уже прям холод. А вот эти, то есть, они очень горячие, не дай бог вам взяться. Значит, а вам сюда, в принципе, и браться не нужно. То есть, вы вот на это беретесь. Вот этот футляр, где вода наливается, он вообще холодный, как будто только что вы им даже и не пользовались. Значит, 210 я выставила температуру, и почему-то у меня показывает блокировка. То есть, либо она автоматически блокируется, я аннотацию не читала. То есть вы не можете не добавить в этот момент работы, не убавить градусы. Вот вы как выставили, она как нагрелась, все, она автоматически заблокировалась. Хорошо, что есть дисплей. То есть не надо вам сразу показывать температуру. Не так, что бывает, вы тут работаете, случайно нажали, у вас там то больше, то меньше. Нет, такого нет. Значит, еще второй плюс, что волосы нигде не цепляются. Тут, то есть внутри вот она горячая, не могу туда залезть. Абсолютно негде... чему зацепиться волосу. То есть там нету никакой резьбы. Да, там есть как бы шурупики, которые, но они настолько там вдавлены, что некуда волосу абсолютно зацепиться. У других, знаете, у расчесок утюгов зацепишь и потом начинаешь вот это вот драние. Нет, здесь такого нет. Здесь абсолютно все гладко идет. То есть волосы я предварительно не расчесывала. И вот они как были, то есть где запутанные были, то есть она их хорошо прочесала. Правда, я тут маленько лоб обожгла. Чё уж, как говорится, 10 лет выпрямляю, не знаю, как обжечь лоб. Значит, вот, что нигде не цепляется. Очень удобно держать, несмотря на то, что она тяжелая, то есть она настолько добротно выполнена, я не знаю, мне очень понравилось. Да, она не выпрямляет, как утюг. Пара на волосах не чувствуется, то есть они не настолько горячие, как после утюга, я не знаю, они, может быть, там пар выдается какими-то такими порциями. Жужжит он только при закрытии, потому что там, видимо, работает вот этот пароотпарователь, который жужжит. То есть в открытом виде она не жужжит, естественно. Что могу сказать? Сейчас, наверное, открою и покажу вам, сколько у меня осталось воды. Ну, воды, вот если вот из такой взять, чуть меньше половины у меня ушло на всю голову. И выпрямление волос моих, у меня очень густые волосы. Посмотрите, может быть, не такие длинные, но они очень густые. Ушло, я думаю, даже ну, минут 5. То есть я брала пряди по 3-4 сантиметра. Они без проблем вытягиваются, расчесываются. Так как у меня еще сухие волосы и очень плотные такие по своей структуре, толстые волосы. То есть мне приходилось два раза. У кого тонкие волосы и не обесвеченные, то есть достаточно вообще одного раза, я думаю, пройдут. И просто будет, да, он дает блеск, то есть не дает, как после утюга высушивания. Мне очень понравилась эта расческа. Я, конечно, возлагала на нее такие большие надежды. И она мне действительно понравилась. Тем более такой прекрасный цвет. И она действительно работает. То есть вот эта расческа действительно работает. Не надо, что мне вот так наложила и вот так держать. Зачем мне это нужно? Вот, наложила, прищепила, провела. Это вообще... Те расчески стоят, извините меня, по 10-12 тысяч. Минимальная там 5-6. И они реально не работают. Вот эта расческа, то есть сейчас со скидкой все беги, так сказать, бегите, идите, это в ленте, то есть сейчас на данный продукт в ленте скидка, то есть 2400 она так стоит, написано, а продается 1100, вот, то есть фиолетовый и голубой, реально работающий аппарат, просто, плюс там еще дается гарантия, я заполнила гарантию, мне дали гарантию, гарантия год. Вообще шикарный аппарат. Я очень довольна покупкой. То есть первый из такой, что парит насадкой. И
он меня не разочаровал. Вообще Home Club, то есть они такие молодцы, у них есть и просто отпариватели одежды, они вообще молодцы. Я очень доволен. Так что, девчонки, присмотритесь к этому товару. Придите, подержите, как вам удобно вообще в руке держать. Очень удобно, поверьте моему большому опыту, что утюгов у меня и расчесок таких выпрямляющих очень много. И вот это вот просто бомба. Во-первых, они очень классные. Мне очень понравился. Да, единственный минус я нашла, что он не управляет так, как утюг, что вы не можете сделать завитушки. Но, потому что здесь же широкие, как бы, вот эти пластины по размеру. Только из-за этого вы не можете. Если бы были узкие, вы бы могли завернуть. Но так как здесь широкие, вы не завернете. Это единственный минус. Больше минусов я не нашла. И что, как бы, сильно нагревается. Но она, извините меня, и должна нагреваться. Надо попробовать на меньшей температуре. Просто попробовать в следующий раз. Так что я очень довольна. 10 из 10, так сказать, с минусом. Так что все, кто искал, во-первых, отличный подарок Новому году. Все, кто искал упрямитель без заморочек, работающий, так сказать. Так что присмотрите, сидите, попробуйте, подержите. И обязательно берите. И потом, если что, пишите свои отзывы. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо.